И здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Даниил, и сегодня мы пройдем, или не пройдем, я не знаю, в общем, это инди-хоррор, как бы пока не казалось, Unfend, вот. Пока небольшое лирическое отступление, я уже давно не выпускал видео, все больше как-то стримы, как-то так все проще, стримы делать гораздо проще. Сразу сел, подрубил, как бы играешь, да? Ну, с видео чуть посложнее надо сидеть, играть, там, монтировать вот это вот. Всякие-то тупники их надо как бы вырезать. А стримы их не вырезаешь, ты как бы общаешься с публикой и как-то, ну, в общем, проще это дело. Вот, значит, Unfend. Я не знаю, что за игра. Я, в общем, как-то давно, по-моему, скачал уже, или нет. В общем, вроде как это инди-хоррор, вроде как. Я не знаю, судя по описанию, по крайней мере. Но про любовь. Это странная смесь, но уже в меню какая-то дичь творится. То есть, как минимум, не работает мышка. Это странно. И какие-то вот такие вот штуки происходят, да. Поэтому я не знаю, как это все дальше пойдет. Но давайте посмотрим, я не знаю. Новая... А, да, пробел нажимать. А, продолжить... Продолжим, давай, хорошо. Как бы, хотя я не играл еще, но ладно. Игре виднее. Причем даже в игре можно подрубить пикселевую графику. Я не знаю, зачем, правда. Ну, как бы... Давайте пока без нее. Так, утро, 96-й год. Описание уже классное. Почему у меня... Эти полосы? Погоди. Вот так вот, да? Ладно, я понял. Ладно, будем с полосами играть, хорошо. Хотя это странно, на самом деле. Вроде разрешение Full HD стоит. Стоит, как бы. Но игре, как бы, насрать. Что ты думаешь? Так, ну что-то странное, на самом деле, пока что. Ну, какой-то... Хер его пойми, что происходит. Какой-то дом, отсюда что-то идет, какая-то дичь. Какой-то дым. А, я не могу... Почему не могу? А, мне мешает... У меня дело есть? Нихера себе. Мешает пройти мне бутылки. Видимо, они очень... Блин, тихо. Отлично. 9 лет спустя. Хорошо. Ладно. Я пока не задаю вопросов. Как бы игра только началась. Блин. Она вроде как рассчитана на час где-то. Или на 2. Вот так написано. Час или 2, как бы. Ну. Ага. Так, сделай. Погоди. Вечер. 2005 год. Нормально. Найти координаты места разлома. Сделать батарейки для питания. Утеплить растения. Принести семя. Интересно, на каком семени идет лично, да, ладно. Налить флир. Окей, хорошо. Запустить машину, указать координаты, активировать кристалл. Флир не пить. Окей, это что такое? Нужны батарейки для питания. Понял. Раз батарейка. Что это ты? Налить воду. Ну ладно, а это что за говно? Портал, блин, еще какой-то телепортатор делает. Блин, игра тихая какая-то. Я не знаю, ее вообще, наверное, слышно не будет. Пока не. Это чувствительность не то. Я не знаю, стоит ли. Просто как бы музыка была достаточно громкая. Три батарейки. Это что такое? Ничего. Пусть. Чё? А. Чё там? Фар. Или фаб. Фабвик. Фаб. Хер пойми. Стакан. А как? Выбрать. А, все, я понял. Окей. Надеюсь, игру будет слышно, как бы будет, конечно, печальность. Ну ладно, ладно, посмотрим. Так, еще батарейка. Нахер батарейка, мне кажется. Даже инди-хоррор. Не должно быть батарейка. Жутковатая картина.
Я просто надеюсь, эти полосы, это как бы нормально или это ненормально? Так, нужны батарейки, да, было? Так, батарейки для питания. Чик. А, пошло. Так, батарейки для питания, утеплить растения. Еще рано. Понял. Заполнить флиром. Положить семя. А где это искать? Происходит вообще, как бы, ну, я понимаю, как бы, игра, ну, Индия, да, но порассказали, чё да как вообще, что в этом мире, блин, нет, ясно, я тебя понял, хорошо, надеюсь, ты не совсем из игры выйдешь, нет. Хорошо, мы попробуем. А, погоди, подожди, не-не-не, отмена, отмена. Настройки. А, ну громкость на 100, как бы, блин, не знаю. Музыка громкая, как бы, по сути. Может даже сделать, наверное, еще чуть погромче. Сейчас будет. Наверное. А, вот так, да? Так, тихо, блин. Хорошо. Назад. Так будет получше, я думаю, меня не будет заглушать, и все будет хорошо. Новая игра. Почему продолжить, я не знаю, ну ладно. Еще раз попробуем. Так, да. Да, да, мы поняли, давай, 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 давай. Опять я не посмотрел про полосы, ну да и хер бы с ним. Так, да, 96-й год, да, мы... Ты можешь бегать? Не, не может. Хорошо. Ничего не было, короче. Ладно, в двери не тыкаться. Понятно, значит, этот флер и флир, или как его там называть, можно найти в доме. Так, все, мы пришли. И... 9 лет спустя, да, спасибо, спасибо, спасибо. Побыстрее можно, пожалуйста. Ну, как бы, ну, не понимаю, все, кофеек. Все, попил, хорош, давай, все, пойдем. Здесь вещи лежат на том же месте. Но батареечку я одну вижу уже. И все. Так. Батарейка раз. Пойдем. Не знаю, я этот флир брать. Так. Пульт. Телек еще работает? Видимо, нет. Так, хорошо. Еще батарейка. Понял, спасибо. Еще батарейка. Ага, стакашка. Есть. А, о, флир. Есть. А где семя взять? Было бы чисто и интересно. Что тут? Тут? Нет. Так, к дверям не подходим. В дверях все плохо. Поэтому... Где ничего? Где семя брать? Алло. Ладно. Так, семя, семя, семя. Здесь нет семени. Здесь молоток есть. А, может, семя с растением будет? Так, пошло. Закрутилось. Так, погоди, семя. Еще рано. Еще рано. Так. Либо я что-то не знаю. Если ничего нету. Хорошо, где найти семя?
Нет. Хорошо. Нет, так нет, хорошо, что сразу так. Категорично прям так. Ну нет, нет, ладно. А, вот, наверное. Ага, понял. Все, видишь, все просто на самом деле. Так. Еба. Так. Нашел? Это что, машина времени, что ли? Блять. Ну все. Электричество кончилось, походу. Бля, нихера не видно. Фонарик есть какой-нибудь? Блин. Я задом пойду. Так, ну он сюда не выходит, уже хорошо. Короче, я... Блин, упорочишь, и вообще темнота. Есть фонарик какой-нибудь, я не знаю. Что-то нихера не видно вообще. Задом неудобно ходить. О, куда? Вижу. Так, ладно, что делать? Не щелкается. А, во, фонарь, ёб твою мать. Электричество на кухне. Я как дурак хожу, короче. Ладно, я понял, хорошо. Блин, ну что, надо свет выключить, короче. Чтобы атмосфернее было. Так. А где тут перезапускать электричество на кухне? А, о, что такое? Сердышко. Не? Тапочки, шкуда, говно какое-то. Хлеб, блядь, в кастрюле лежит. Так, ладно, пойдем. Так, ебать. Это кто такая? Девушка, ты кто? А где фон? Бля. Детали пропали. Ух ты, я тебе жопу-то надеру. Он, я здесь, я верну тебя. У нас есть время, чтобы поговорить. А. Детали верни, твари. Ладно, что тебе надо? Слышь? Блять. Понял. Куда ты делась? Я на не сюда, да? Девушка. А ты кто? Так, ты не шути меня. Шутки, а?
А, я понял. А, у, дверь откроюсь. Блин, слишком я громко сделал. Сейчас, короче, как обосрутят. Ага. Ну ладно. Зря. Зря иду. Ой, некрасивый. Или красивый, не знаю. Так, веревка. Это чтобы поймать. Спасибо. Прям по лицу. Че? Время. Так. Время, хорошо. Открой, пожалуйста. Блин, не открывает. Что такое? Так, хорош. Может? Помню один хоррор, где тоже были сцены ванной. Биг Квест, помните такое говно? Точнее, сначала он был нормальным. Как он там назывался, забыл. А, нет, сначала был Биг Квест, там был нормальным. Потом они сделали Last Answer, короче, все переворотили. Почему говно? Я даже видос два штуки делал по этому поводу. Так, Блэд. Опять генератор перезапускать. Ну, шабол, да? Нет, не работает. Алло, тетя. Что тебе надо? Настя, сестре, погоди, да иди. Соедините кабель. Какой? Именно. Кабель. Надо восстановить. Здесь все нормально вроде. Не? Я уже на удлинитель забрала. Вот это вот печаль. Ясно. Так, ну пока. Ёпт, что такое? Почему так кидает? Что там? Я кабель дай восстановить. Не хочу туда идти. Ладно, пойдем там. Светло, по крайней мере. Слышь, мать, откуда трава взялась? Ёбушки-воробушки. Ну что ж, мурашки побежали. Что-то кристалл. Ебать. Что такое? Что происходит? Что это за дичь? Е... Ты помнишь меня? Я вообще не шарю, кто ты. Алло. Так, ладно. Ты что? Тетя. Что тебе надо? Там. Блин, не работает. Что-то по телеку показывают. Сериальчик пошел. Такси. Сердце. А. А, понял. Типа, говорит, туда не ходи, сюда ходи. Снег башка попадет. Йоу, так. Что не...
Ну, обычно. Так, вы. Пожалуйста. Стул верни, пожалуйста. Он не хочет. Со светом все в порядке. Блин. Ванная вода потекла. Твою мать. Стремота-то какая. Ухитеть. Прорвало что-то. Соседи затопили. А не, нормально все. Блин, показалось. Хорошо. Вспоминай. Вспоминай. Вспоминай, тварь. Блин. Вспоминай. Хорошо, хорошо, я попытаюсь. Ты только не нервничай. Ух, ёбушки. Что такое? И чё? Ой, блин, уйди! А, фу. Так, ладно. Батарейка? Спасибо. Хорошо тут. Там дверька открылась. Блин. И тут все нормально. Фух. Ну, как бы. Да, здесь не открывается. Хорошо. Ну, вроде все нормально пока что. Так, ну, по-прежнему не поднимается. Так. Пойдись. Так, только не чуди опять мне тут. Да, удлинитель так и сперли. Ту батареечку вернули. Хорошо, куда веревку приспособил? Что-то я не очень понял. Я Анита. Слушай, Анюта. Ты это. Давай, короче, сядем, поговорим нормально. Что ты тут начинаешь? Какую-то дичь. Вот, видишь? Только не... Ясно. Чё ты исчезаешь, что тварь? Вернись. А чё у тебя руки такие не очень? Слышь? Ух, ебать. Ух ты. Контра недобитая. Так, что за звуки? Так, там что-то происходит. Пойду посмотрю. Ничего не происходит. Ленитель, верни, тварь. Что там? Я здесь, я верну тебя. Так, погоди. Что там не очень, по-моему. Как-то темновато как-то. Слышь, мать. Что происходит? Что, в окошко заглянуть, да, типа? Вроде нет. Или в холодильник. Бля. Сердешко. Для тебя. Ага, спасибо. Очень приятно. Я возьму. Я прикрой дверку, пожалуйста. Так, ничего не поменялось. А что с сердечком-то делать? Это же не мое, правильно? Какая-то тревожная музыка, блин, вот это вот.
Ты ходишь как дурачок, очень не понимаешь, что происходит. Не, ну сердечко, ну хорошо, я понял. Так. Конфеты, какая-то дичь. Что делать-то для тебя? Я понял, что для меня, ну. Может, надо что-то сделать? Типа. Ножик взять, проткнуть. Я не знаю просто, я предлагаю идеи. Ой, блядь. Я тебя понял. А? Что? Бля, ай, тараканы поползли. Сердышко. Как мило. Слышь, Анют, давай, короче, это. Поспокойнее. Это все, конечно, миленько очень прям. Ну это, можно я пойду? Тихо. Ой, привет. Кто ты? Разве ты не помнишь? Так, кто же ты? Так, кого ты не замечал в школе? А, ясно. Школа? 11 лет была рядом. Чё ты хочешь? Ты вообще не помнишь меня? Блин, лучше тебя вспомнить. Нет. Обо мне писали в газетах. Я не читаю газеты. Мечтала, что посмотришь в мою сторону. Хотела, чтобы ты обратил на меня внимание. После того случая ты даже не заметил. Блять. Ну я-то не виноват-то в этом. Хотя тебе, наверное, этого не докажешь, да? Так, я понял, она какая-то конченая. Хорошо. Что ты там на кухне делаешь? Слышь, мать, работает. Понял. О, подарок. Блин, я бы не стал от таких странных девушек принимать подарки. А тут ничего. Пусто. Блин, ну. Ну ладно, хоть не бомба. Тройник. Ну а что там не три было? Ну да ладно. Ай, блядь. Прям по лбу. Слышь? Хорош прикалывался. Блин. Понял, туда не пойдем. Или пойдем? Открой, пожалуйста. Слышь? Ну не обращал внимания, ну бывает что-то. Давай сядем, выпьем там это вот. Обсудим все. Или нет? Думаешь, я забыла? Вспоминай меня. Слышь, ты жуткая. Подключил. Что-то не работает. Ух, блин. Что происходит? Врубай. Я не знаю, что правда, но что.
Чуть не хватает, короче, да, Петя? Ладно, пойдем. Вспоминай меня. Ладно, ладно, я пытаюсь. Дай подсказку какую-нибудь. Пульт валяется на полу. Нехорошо так делать. А что так медленно ходишь, блин? Давай еще медленнее. Так. Какая-то дичь. О, телефончик. Спасибо. Можно? Ладно. Подбирать его. О, еще какой-то кренделек или что? Блин, свет мигает опять. Что это? Сердечко. Телефон надо подбирать или нет? Блин, не надо, походу. Он шумит. О, это что такое? Это глаз. Ты ж глаз, что тебе надо? О, много глаз. Ебать. Жутковато как-то. Ну-ка нахер. О, чё свет загорелся. Ебо. Тихо. По крайней мере здесь. Телефон спрятался за шторку. Ёбушки. Ручки. Не. Я тебя подходить не буду. Походу придется, да? О, пропали. Так, тише, пожалуйста. У меня ваши стоны, это вот. Не прельщают совсем. Так. Давай. А где руки-то делись? Ой, это что за хрена? Что ты, блядь, такое? Понял? Ты вернешься ко мне? Как? Умри. А. Давай-ка с этим повременим пока. Как говорится, умереть я всегда успею. Что-то с изображением как-то печально стало все. Часики-то тикают. Блин, можно... Блин, что-то как-то вообще печально. О, часики. Кристалл. Какой кристалл? Или кристалл? Блин, свет не работает. Ладно, пойдем. Мать, ну дай машину... Соберу. Так, что это было? Не, ну дичь знатная происходит, слушай. Так. Прикольно, конечно. Ну-ка нахер, так, 30 минут. Ладно, давай-ка так вот сейчас сделаем. На этом пока что. Пока что закончим. Наверное, будет 2 серии, я не знаю, либо 3. Насколько игры хватит. Вот игрушка прикольная, не знаю, по крайней мере. Пока, ну, хоть пока полчаса, в принципе, держит. Это уже неплохо для инди-хоррора. Вот, поэтому в следующем видео увидимся с вами, да. Всем, кому понравилось, не забывайте подписываться, там, ставить лайки. Ссылочки там все будут в описании, вот. В общем, всем спасибо и всем пока.